Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Смяу. И сегодня я бы хотел показать вам постройку, которую я сделал сам в скрап-механике. Да. Вот такой вот получается. Это у нас фургончик такой. Обычно в таких вроде бы возят людей. Катаюсь реально. Капец, транспорт. Но я сделал тот именно фургончик, который... О. Так, я сделал именно тот фургончик, который можно сделать дом свой. Да. Как по мне, это очень круто переезжать. И вот у тебя тут такой квартирка мини-будет. Ну, пока что я ее не сделал, но... так, вот, можете посмотреть подключение, кому интересно сейчас. Вот. Вот. Все. Ну тут выглядит сложно, на самом деле не очень. Если разбираешься в этом. Итак, вот здесь у меня получается просто кнопка и поршень стоит. Вот. Он, то есть, дверь вот так открывает. По мне очень круто. И также с другой стороны то же самое. Вот, там фары красные. Так, сейчас открою. Вот тут красные фары, вот тут просто обычные фары. Я не знаю зачем, я просто с картинки скопировал. Ну вот, тут у меня поворотные колеса. Получается. И тут у меня спортивная подвесочка стоит. Итак, тут... Ой, блин. Ай, сломал, ну что поделать, ну, реально капец. Итак, вот. У меня есть... Господи, я все забыл. Двигатель, вот, двигатель. Это из мода, я не знаю, что за мод, но это V8. Вот этот. Он просто не очень большой, поэтому сюда поместился. Вот, дальше. Вот такие вот. Пич. Ну, в общем, сигналка. Вот. Не сигналка, а... Вот, вы можете сейчас услышать. Вот, это тоже руль мод. Вот это вроде еще один мод. Так, тут есть спидометр. Вот, также есть количество бензина, но это так, декоративно. Итак, вот это вот все подключено. Тут дверь. Вот, вот это вроде дверь. Минус 75. Вот это тоже дверь, только в другую сторону. Вот это, а вот это там. Так, включаем рычажки эти. И что же они делают? А они включают все эти лампочки. Также есть фары у меня. Вот. Их можно включить с помощью педали. Вот, шестая. Вот это вот самая педаль, как видите, в инвентаре, которая у меня. Вот. Можно двери открыть, закрыть одновременно. Вот, вот это вот сигнализация. Ой, гудок, гудок, да. Итак, давайте посмотрим, как она вообще ездит. Как по мне, очень даже удобно на ней кататься. Видите, какая она. И это не самое крутое. Вы просто посмотрите, как она дрифтит. Она просто дрифтит нереально классно. Вот, то есть в поворот вы точно не пропустите. А то я знаю, есть машины, которые вообще почти не поворачивают. А это прям вообще капец классно. Вот, на месте почти что можно развернуться, видели?
Только нужно поучиться, как это делать, и все. Это, кстати, я пытался построить грузовик. Ой, или нет, я не знаю, я не помню. Это не мой грузовик, так что ладно. Но в любом случае машина нереально классная. Так. Так, секундочку. Итак, я снова с вами. Я отошел. Реально капец. Итак. В общем, машину вы можете скачать никогда, потому что я не знаю, как вам ее дать. Потому что, во-первых, моды, а во-вторых, я, походу, тупой. Угу. Реально. Ну, вы можете ее построить сами. Ну и, в принципе, реально капец. Вот такая вот машиночка у нас. Может быть, я буду тут строить город свой. Вот. Потому что ландшафт я тут создавал тоже сам. И тут вполне можно построить дома. Застроить тут домами все. И играть. Хотя вряд ли я обычно в Scrap Mechanic очень редко играю. Как видите, ролик это мой вроде как даже первый по Scrap Mechanic. И, кстати, OBS очень крутая, потому что я через нее сейчас снимаю, и... Ну, она классная. Можно на паузу хотя бы поставить видео. И отойти куда-нибудь. Так, все, 7 минут уже снимаем видео. Это реально капец, даже монтировать не придется, потому что можно на паузу поставить. Как я обожаю теперь эту программу. Ну и вроде как все, дорогие друзья. Всем пока. Надеюсь, вам понравилась моя машинка. Вот. Ну что? Сейчас. Она у меня в самом низу. Что-то она у меня без названия сейчас. Это очень странно. А, вот. Все, давайте. Всем пока, дорогие друзья. С вами был снова я, Смяу. И до встречи всем реально. И будьте здоровы, мойте руки.